И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим Форум, Гусеняк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Сегодня мы охраняем пиццерию, только нам выдали новое оружие. Если какие-то аниматроники сегодня у нас будут сбоить, мы сможем их электрошоком бить и кидать в кладовку. И себе текушьте приятного аппетита, а мы начинаем выживать эту ночь. Так, пацаны, идемте на наше рабочее место. Офигенно сделано, они все шевелятся. Надеюсь, они сегодня нам дадут нормально пройти эту ночь. Не будет никаких сбоев и все будет по красоте. Так, давайте проверим камеры. Идемте сразу на кухню, будем хавать. Потому что ночь очень длинная. Надо перекусить нам. Так, кто что будет? Кто будет хот-дог, кто бургер? Мне не, честь бургера. Бургер. Я буду хот-дог. А, нет, это не хот-дог. Так, пацаны, сейчас надо нагреть. Давайте на плиту ложим. Ну, я съел. Так. Жарим его. Кстати, надо, конечно, сковородку ложить. Ну, мы так пожарим на плите. Новый вид разогревания еды. Так, здесь у нас есть комната центральных охранников. Давайте здесь проверим, как что все работает. Все по красоте. Так, все, я беру свой хот-дог. Идемте на наше рабочее место. О, аниматроник, пацаны, уже начал двигаться. Это значит, программа опять слетела. Если какие-то будут сбоить, конечно же, будем мы их электрошоком бить. Давайте я покажу, какое нам оружие дали. Смотрите. О, вот он пошел. Так, давайте камеру включим. Да, вот он пошел. Идет. А где он идет? Подожди. Вот он к нам идет. Лампу. Лампу могу включить, я могу его ослепить. О, привет, это добрый, пацаны. Можно выключать лампу, он не убивает. Это Фредди, у него, видите, программа заложена просто ходить по пиццерии. Так, отлично, идет. И что он будет делать? Ты дурак, что ли? А, ты ему дверь открыл? Давайте посмотрим, куда он пойдет. А он жирный, не может пролезть. А, не, пролез. Так, фонарик включаем. А что он в подвале хочет сделать тут? Автоматы поиграть. Убраться, может быть. А, да, тут автоматы. Ну, здесь, насколько я знаю, поломанные автоматы. А, вот еще у нас камеры есть, пацаны. Да, они рабочие здесь. Все четко. Смотрите, насколько классный аниматроник. Он машет. Привет, привет, Фредди, все хорошо. И, ребята, у нас еще есть классное оружие, называется пригвождатель. Мы можем его пригвоздить, и он не сможет двигаться. Ну, проверим. Если будет все нормально, мы его использовать не будем на эту ночь. Ну что, ту ночь было очень жестко выживать, и они такое творили здесь. Беспредел. О, гусь опять лежит. Какой-то ребенок забыл. Он жирный, ребят, но он еле входит. Так, давайте посмотрим реально по камерам, куда он пойдет. Тихо, тихо. Блин, лампы мешают, все торчит. Так, так, туалеты чисто. Вот он идет. Он на свое место стал, Дима. А, он просто... А, все, ребята, видите? Такая программа заложена, что просто походил, и все, и назад встал. Так, давайте дальше будем чекать. Фантайм Фредди ожил. Они что, тут по очереди все будут оживать? Так, смотри внимательно на него, что он будет делать. Так, он пошел куда? Он руки моет. А, я знаю, что он делает. Он ссыт в раковину. Ребята, отличнейшее настроение. Надеюсь, вы подпишетесь и поставите лайкосик. Чем больше лайков, значит, мы будем снимать больше таких классных серий. Выживание в пиццерии. Ого, он здоровый по сравнению с тобой. Он просто гигантский. Убил! Я его пригвождаю. Пригвождай. Все, электрошоком зафигачили его. Давайте сюда в игровую пошить. Будем слаживать их. Так, все, первый аниматроник есть, обездвиженный. Мне уже страшно, что они опять сейчас начнут всех фигачить. Так, так, находим, смотрим. Фокси! Фокси, закрывай двери, быстрей! Куда он побежал? С туалета выбежал. Туалет побежал, с туалета. Вот он побежал, он псих! Ну, я его не вижу. Он в игровую пошел, он играет, пацаны. А что там за игра? Mirror's Edge? Нет, там рядом какая-то, видите, другая есть. Это Гаррис Мод. Он в Гаррис Мод играет? Ребята, это классно. Он реально играет, смотрите, жмякает все. Это умный Фокси. Это очень умный Фокси. Фокси игроман, пацаны, хэштег. Все, поиграл, уходит. Смотрим, куда он идет. Его на сцене нет. Я слышу, он дверь какую-то открыл. На кухне, может быть. Думаешь? Так, где наш... Он жрет нашу еду! Ах, он эй, Фокси, слышь ты!
Он, короче, четвертый хот-дог пацаны кинул на пол. Все, выходит. Так, где он пошел? А вот он. Так, если что, я успею фонарик включить. Так, 2 часа ночи уже. Нормально, нам до 6 главное прожить. Уходите, что вы стоите? А не, он не убивает нас. Так, он опять туда пошел. Что они все туда ходят? Что он тут делает? Так это ж поломанные автоматы. Они не работают. О, что у нас тут вообще? Тут можно выйти? А нет, выйти нельзя. Стой, куда ты? Куда он побежал? Так, куда он уполз? Давайте проследуем вообще по вентиляции. Куда она ведет? Ага, вот он идет. А куда эта вентиляция ведет? Ага, понял. Бонни стоит, все хорошо. Все, он встал на свое место. Так, следим дальше за аниматрониками. Все стоят? О! Мутантус, я, наверное, его говорю, на этого аниматроника. Качок недоросток. Ребята, напишите в комментариях, как вообще этого аниматроника можно называть. Ах ты, ё-моё! Калашматки, как я дернулся, у меня аж руки вспотели. Неадекватный какой-то. Где он? Он убил тебя? Он опять сбоит. Так, надо его пригвоздить срочно. Пригвождаю. Он тяжелый, я не могу его даже физганом поднять. Да что с ним? Вот это его колбасит. Ах ты, Он дальше убивает нас. Ребята, есть у нас секретное оружие, которое мы используем в самых редких случаях. В таком случае, когда аниматроник не поддается. Отойди от него. Ого, че что так взорвалось-то? Это сам аниматроник взорвался? Да. А че он такой мощный? Ого, тут все аж горит. Он просто на молекулы разлетелся. А, тут аниматроник пропал тоже. Кажется, он с собой его забрал. Так я его сюда поставил, он тут стоял. Может быть, сбой программы, он ушел. Такое возможно? Может. Слышь, еще один пошел аниматроник, пошли смотреть, кто это. А, Эннард. Это что, мы, получается, должны всех убить в конце, до конца этой ночи? Или что, я не понимаю. Возможно. Так, он идет, все хорошо, следим. Давай, заходи. Зашел. Не будем ему мешать. Да не, закрывай, закрывай. Да что ж с дверью не то? Блин, они все тут шевелятся, это очень стрёмно. Куда он бежит? Что с ним? Убежал, отлично. Он неадекват, у него сбой программы пошел. Ты думаешь? Ну да, ты видишь, что он делает? Он встал за нашим столом. У нас камеры поотпадали. Смотри. Кажется, это из-за Фредди все. Ну да, нифига себе, аж камеры поотлетают. Смотри, офигенный ракурс просто бомбический. Сразу двоих видно. Ну да, вот он идет. Так, выходит. Идет до нашей машины. А нет, до машины не идет. Он снеговика лепить ушел. Идем посмотрим. А нет, вот он бегает. Так, идем на улицу, посмотрим, что он делает. Даже интересно. Что машина. Это было? А, он машину нашу уничтожил. Эй, как мы уедем теперь? Надо его пригвоздить. Отойди, пригвождай его. Есть пригвожденный. Нет, ты нас так не убьешь. Он хочет нас замочить. Ты дал ему электрошоком? Да. Вот блин, машина наша. Так, все, ставим его сюда. Все, придут мастера, будут его чинить. Так, все меньше и меньше аниматроников остается. Что за фигня? Так, ладно, идем дальше смотреть по камерам. Вот камера наша валяется. Давайте им попробуем установить. Хоть как-то. Конечно, немножко криво будет. Шторы двигаются сами, ты видел? Да. Так, 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 камера. Вот так вот. Так, Фокси стоит. А кто шторы двигает? Никого ж нету здесь. Это что, Фокси может шторы двигать? А где наш еще один охранник? Где он делся? У нас же трое было. Так, пойду еще возьму себе хот-дог. Так, чпоньк. Опа, пошел. Все нормально, идет опять играть. Вы что все в игровую ходите?
Гаррисмод, они все в Гаррисмод играют. Майнкрафт еще у нас тут есть, Портал. Это что, я Undertale, Half-Life 2 и Slender. Пошел. Он уходит. Так, смотри внимательно. Он пошел опять нашу еду есть. Ты чё, сумасшедший? Вот это у него походня. Кстати, он ходит бесшумно, все аниматроники шумят, а этого не слышно вообще. Так. Стоит Эннард. Ты на место вернулся. А, да, все, просто встал. Это просто был такой, знаете, мини-обход. Опять смотрите, что делается. Че, шторы двигаются? Дурный... Какой-то сбой. Так, откройся. Не зак... Давайте их закроем. Все закрыто. Говорю, закройся. Эй, шторы, закройтесь. Что за фигня? Так, идем камеры смотреть. Там камеры поправил. Посмотрим, как я их вообще наставил. Нормально или нет? Подожди, тут неудобно стол стоит этот. Надо постоянно дверь открывать-закрывать. Туалет открывается. Туалет? Да что за фигня? Никого ж там нету. А ну давай по камерам посмотрим. Никого нету. Что, с ума сходит туалет? Так, нам еще остался один час дожить. До конца рабочего дня. Ребята, один охранник пропал. Нет охранника. Идем его поищем. Где он может быть? Эй, охранник, ты где? Интофурик ты наш. Так, там нету. Так, а здесь можно попасть? Нет, здесь нету. Опа, шкатулка открыта. Она была открыта или закрыта? Я не помню. Вроде открыта. Так, о, здесь еще кусок же пиццерии есть. Так, здесь вообще чисто, ничего нету. Ну да, все четко. О, смотри, дверь клацает сама. Ну-ка. Вот наш охранник! И кровь. Его убили? Может быть, это был сильный понос. Такое возможно, что от поноса кровавый понос был, или что, я не понимаю. Может быть. Нам еще час до конца рабочего дня. Бэйби бежит. Бэйби? Где пригвождатель мой? Она не убивает. Тут ее глючит жестко. Так, идет, идет. Она так прикольно прыгает. Не, ну вроде бы все нормально. Она сейчас на место, наверное, станет. Так, сюда пошла. Да, она идет. Да, Эннарда бежит. Она смотрит, что... Пригвоздил? Да. Итак, я слышу, ты электрошоком дал. Пригвождаю. Еще так, раз. Все, отходи, я их буду уничтожать. Так, смотри, что мы сделаем. Ушла. Ушел. Окси ожил. Так, 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 внимательно. Смотрим, куда идет. Смотри, он пошел до этого аниматроника, что-то ему говорит. Так, что он будет делать? Смотрит на него. Может, это он его убил? Так, да, скорее всего, замочили его. Так, рассматривает. Интересно, что он будет дальше делать? Я могу его закрыть? О, мы его закрыли, все, пусть там и сидит. Все, он не выйдет, все, пошли. Смена закончена. Машины нашей больше нет. О, Фредди пошел! Побежал. На замок закроем. Куда он побежал? Назад вернулся. Это очень странно он себя ведет. Так, так, так. Пошел сюда. А, так, а что он тут хочет? Ну все, мы можем, в принципе, уходить отсюда. Надо закрывать пиццерию и все, пусть сами разбираются. Да. Все, закрывай двери. Фредди, он пока не сможет выйти, дверь-то закрыта. Он машет нам пока. Все, пока, Фредди. Все, ребята, наша ночь окончена. Одна потеря, один охранник всего лишь у нас умер. Всего-навсего. Хотелось, чтобы никто не умирал. Ну, так получилось. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Максим, Гусанек, ОлТВ. Пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем туда, Санатова. Ребята, вопрос от Максима. Как зовут этого персонажа и с какого это мультика? Жду ваших ответов. Кто правильно напишет первый, попадет в начале ролика. Всем нравится рубрика «Аниматроник поэт охранника» VR, поэтому у нас сегодня новые аниматроники и очень классная пиццерия. Если хотите, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Пока мы идем в пиццерию, скажу вам очень классную новость. Максим тоже снимает на свой канал ролики только с лица аниматроников, поэтому заходите на его канал, ссылочка в описании, подписывайтесь. Эксклюзивнейший контент, который можно увидеть только на его канале. На кухне ничего нету кушать? Что такое?
Мы будем кушать. Эй! А чё? А вот, да, сработало, все отлично. Так, все в пиццерии чисто, никаких посетителей нету. Идемте посмотрим, что там в нашем офисе. Где все будет спокойно и тихо. Эй, а тут чуть крови много, смотрите. Так, давайте проверим, кнопки работают или нет. Аниматроник идет. Так, он ушел. Давайте проверим, работают камеры или нет. Мне даже интересно. А как камеры клацать? Не работают камеры. А вот работают. Так, я вижу вон. Закрывай! Быстрее, закрывай! Есть. Так, пацаны, я пойду проверю подвал на всякий случай, что в подвале. Пойду кладовку проверю. Здесь тоже кровь, пацаны. Так, мне уже тут страшно находиться очень. Я пока здесь поисследую все. Так, здесь ничего. О, я могу понажимать все, пацаны, скажите, там что-то происходит? Нет. Не? Эй, а как включить назад? Ну что-то я отключил, мне интересно, что же я выключил? Пацаны, инфу по аниматроникам, где они? Не знаю. Чика идет. Так, где Чика? А справа. Вы заметили, пацаны, что это аниматроники из фильма «Пять ночей с Фредди», который вышел самый последний? Ребята, напишите в комментариях, кто смотрел фильм про аниматроников. Я смотрел. Гусанек смотрел? Нет. Свет пропал. Это я выключил свет. Ты что этим пугаешь? Я ж говорю, что я что-то отключил, вы говорите, ничего не отключал. Смотрите, какой злой кекс. О, знаете прикол? Я бы хотел забрать. Я могу его забрать? Да, блин, было бы классно, если можно было кекс забрать. Ушла. Она ушла. Так, пацаны, попробуй пойти свет включить. Давай. Ну да, странно, что все вырубилось. Хотя его... Так... А нет, он назад включился, здесь нарисовано, что он включенный. Ну и ладно, идемте. Так, он может... иди проверь кладовку. Да, иду. Пиццерия сама по себе здесь живет. Убежал Фоксик. Хорошо, что меня не увидел. Вы видели, какой он злой? У него глаза краснючие. Ты ж хотел замочить нас. Заходи, заходи. Вот это здесь темно. А! Быстрей! А, я заспотыкнулся. Закрывай, быстрей! Блин, этого аниматроника боюсь. Он очень стрёмный. О, нет. А сейчас увидишь. Отец Ванессы идет. А? Что? А что это сейчас было? А где наш охранник? Где охранник? Я говорил ему кладовку проверить, он так и не вернул. Смотри, что он делает. А, отходи, отходи, кусанёк. Я его боюсь. Ушел. Так, я с этой стороны буду смотреть. Пошли охранника искать. Так, здесь никого нету. Слышишь звонок? О, что он в воздухе висит? Что за звук? Что это? Вон Бонька стоит. Окси стоит. Их двое, это наш охранник, что ли? Два аниматроника живых. Так, он вроде не убивает. Назад. Да не трогает назад. Нас. Слышишь? Бежит! Спринт Бонни бежит! Есть! Я вырвался! Быстрей, быстрей, быстрей! Нет, нет. Мамочка. Мама. Мама! Я уклонился! Есть! Я бегу! Быстрее! Я боюсь! Я обманул его! Так, я здесь постою. Уходи, я слышу его. Я слышу! Как я остался живых! Представляешь, не смогли меня убить? Не смогли! Дверь! Как? Как он мне по руке не попал? Еще чуть-чуть бы руку мне чикнул. Смотри, что он делает.
Слышь ты, уходи! Тихо. Так прикольно, фонарик через решетку светит. Смотри, кто там, закрывай двери! Есть! Открывай. Мама! Вот это они нас прессуют. Так, ну ничего не делает, просто стоит. Я могу его взять? Я не могу. Ого, он... Гусенек, уходи, быстрее, убегай! Быстрее, быстрее, быстрее! Он стал злым. Так. Да? Опа! Я смог обмануть аниматроника. И что ты мне сделаешь? Ребята, отлично. Я еще пока ни разу не умер. Самая лучшая ночь. Так, как надо мне в офис успеть попасть, чтобы они меня не убили? Как мне это сделать? Гусенек, где они? Не знаю. Быстрее, 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 быстрее. Спринбони хочет очень жестко меня замочить. Очень. Но у них ничего не получается. Двери! Двери! Нет! Нет! Гусенек, нет! А! Тихо, 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 битва начинается. Только это не битва, это, скорее всего, сливание. Не смог? Не смог убить? О, меня чикнул, а! Гусенек, он тебя убил? Ты его убил? Я его обезвредил, электрошок. Нифига себе, видели, как костюм стреляет? Смотрите, можно прям посмотреть, как тут отец Ванессы сидит. Прям видно костюм его. Лицо видно, смотрите. Я вижу глаза его. Я тот. Слышишь? Он разозлится, надо, что мы его убили. Он злой. Он очень злой. Так, я аккуратненько обойду. А, все, добрый. Я могу его тягать? О, я его понесу. Пошли, я его вынесу отсюда. Так. Аккуратненько. Фокси? Чито Фокси? Прям тащу. Тяжелый аниматроник. Мы его, короче, здесь выкинем. Все. Ты нам больше не нужен, щенок. Гусенек, ты молодец, что ты обезвредил одного аниматроника. Красавчик. Ой. Я тут все подряд беру. А! Блин, да так сердце может встать. Вы что, гоните? Чика убила? Так, а? Глаза красные. Закрываемся. Смотрите, как у нее светится Бенки ее. И Кекс очень страшный. Идем искать охранника. Где-то ж он валяется. А где мы еще не были? Там мы были. А, вот охранник наш. И он на него стоит, смотрит. ЛТВ, ты наш друг. Мы тебя никогда не бросим. Гусенек, его убить надо. Нет. Ну теперь он в теле его. Ну все. Дайте я поглажу. Ой, ой. Расстроился. Не обижайся. Опа, Бонька стоит. На гитаре нам тут лобает. Гитара тоже, да, нельзя забрать? Я считаю обезвредить всех аниматроников и убежать с... Давай, духом. Давай начнем их мочить. Я беру оружие. Давай. Прощайте, извините. А, я убил свой гусенек, извини, есть. Я зачистил всех аниматроников, я псих. Я должен всех убить. Пошел отсюда, щенок. Есть. Чика, извини. Ой, гусенек, не хочу тебя убить. Я псих? Ну все, мы всех убили просто за 5 секунд. Слабые аниматроники. Я слышу. Я тоже слышу. Так, внимательно. Фредди, ЛТВ. Вот. Все, ЛТВ, идем с нами на улицу. Давай, сжигай ее. Пусть все горит к чертям. Так, первый пошел. Коктейль. Ого, как все горит жестко. Ты сильно. Ты мощный гусенек, я тебе скажу. Ого. Может еще и бомбу кидануть? А, жопа горит. Уходим. Давай взорвем ее. Хочешь, я активирую ее? Ого, это было красиво. О, гусенек! И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Максим, Санек.
Дэн, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная серия, которую любят все на моем канале. Аниматроники пугают охранника. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А у нас выживание в пиццерии FNAF 2. Погнали. Что-то у нас кнопка плохо работает, смотри. Не нажимается. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Все по красоте. Бежит, бежит. Бежит? Опа. Я вижу, пришел. Я могу его потрогать? Ай, ты хорошенький мой. Классненький какой. Но это добрый аниматроник. Смотрите, как у него глаза в темноте светятся. Так, идет к нам. Внимательно. Если что, мы идем в нашу коптерку, да? Стоять. Заходи. Быстрее, быстрее, заходи. Закрывай. Так, отлично. О, блин, надо будет проверить. Максим, а ну выйди на ту сторону, я засуну руку. Вообще, будет видно мою руку или нет? Это, кстати, очень прикольно будет посмотреть. Да, видно. Видно мои руки? Да. Ребята, это очень круто смотрится. Так. Все, наблюдаем, смотрим. Так, давай камеры посмотрим. Давай главный зал включим. Так, никого. Никого. Птица. Где птица? О, так это же от Фокси. Попугайчик. А Фокси здесь нету? У него никого нету. Был звук, как будто кто-то вентиляцией лез. Они такие большие. Я могу прям спокойно так пролезть в нее? Эй, ву, я могу прям на корточках лазить. Да, ребята, в VR надо прям реально присаживаться. Это ты включил свет? Да. Фу, я испугался уже. Тихо, тихо, тихо. Здесь спринтрап. Лефти бежит. И Лефти? Блин, ребята, два аниматроника уже ожили. Надо быть очень внимательным. Так, так, так. Я сейчас постараюсь убежать. Успел. Молодец. Он за тобой. О, я вижу. А я иду, иду. Я убежал от них. Отлично. Беги, он за тобой. Бежим. Бегу, бегу. Он со мной бежит? Бежит. Я успею. Прячься. А, иду. Опа. Так, так, так. Быстрей, быстрей, с фонариком. Так, сюда. Он ищет меня, не может найти. Так, я постараюсь пробежать. Я бегу, я бегу. Так, на сцене сяду. Блин, тут Вилли Мафтон ходит. Они очень жесткие. Ребята, видите, что творится? Давайте, ребята, чем больше лайков, тем больше шанс, что мы в этой серии будем хорошо тащить. Ну, пока есть еще никто не умер. Это очень хороший знак. Ты не сможешь назад вернуться. Марионетка! Так, пока она едет, я успею. Я бегу! Открывай дверь! Коптерку открывай! Быстрее! Ну, есть! Быстрее, закрывай! Есть, мы успели! Ух, это было очень близко. Очень. Вот она стоит. Ты можешь щелку голову просунуть? А я вот засунул голову, у меня отодвигает камера назад. Ну, было бы круто, если можно было бы голову вытащить. Но я так, в принципе, очень хорошо вижу. Я могу, типа, вот так держаться. Там вроде еще кто-то есть. Ну, вот непонятно, они там или нет? Как думаешь? Я вижу, шкатулка там стоит там. Да, шкатулка стоит. Ждем. О, давай проверю, что я тут могу брать. Ребята, как всегда, в Гаррис Воде можно всякую чушь брать. О! Слышите эти звуки? Они прям там стоят, надо быть очень внимательным. Вон там? Ты когда открываешь дверь, это очень стрёмно. Там Чика. Вон, смотри, глаза светятся. Видишь, кто в конце коридора стоит? Это Чика вроде. Да, все, выходим. А, нет, назад, быстрее, назад, закрывай! Нет! Да что с дверью? Мы с тобой одновременно жмем. Ребята, у нас очень хорошо получается выживать. Напишите обязательно в комментариях, какая часть FNAF вам больше всех нравится. Моя одна из самых любимых — это FNAF 2. Очень люблю эту часть. Круто сделано. Максим, смотри, кто идет. Чика с маракасами. Чика. Они очень страшные. Я боюсь выходить. Надо выйти. Все, выходим. Короче, я выхожу и резко бегу. Все, я побежал. Убили. Максим, тебя убили? Да.
Так, я заныкался. Эй, быстрей, быстрей! Так, отлично, я бегу. Дверь. Так. Хорош, что успел. Блин, не успел. Ребята, они очень жесткие. Вначале так было все спокойно, теперь все жестче и жестче нас мочат. Так, давайте включим коридор. Слышь, камеры перестали работать, что за бред? Максим, а ты где? Лучше пока что не знать, где я. Вот идет аниматроник. Поломанная Чика. Так, назад отходим. А я могу задом дверь открыть? Не, надо только поворачиваться. Так нельзя. Так. Никого. Просто стоит. Если что, я успею дверь закрыть. По-любому. А, невидимый аниматроник! Есть, не успел! Что ты смотришь? Как они хотят вовнутрь попасть, но ничего не получается. Так. Бонька идет. Она стала невидимой, я пришла. Хорошо, что фонарика можно увидеть тень. Так вообще было бы жестко. Так. Потанцуем? Я иду к тебе, Дим. Давай, давай, я жду тебя. Только тут Бонни стоит. Смотри осторожно. Ты где там, в конце коридора где-то? Я очень близко к тебе. Будь внимателен. А ты по вентиляции ползешь? Может, он поломался? Давайте выйдем, посмотрим. Да, у него что-то, наверное, батарейка села. Какой он гигантский, ребята. Руки просто гигантские. Или можно зубы? У нас зубы можно поковыряться? Ах, какой носик у тебя. Так, еще один аниматроник идет. Я уже хотел убегать. Давайте на всякий случай дверь откроем. Так, я успею. Они просто замерли и стоят. Максим, ты где? Я боюсь один. Я убегаю. Я подхожу. Я бегу со всей силы. Где ты ко мне прибежал? А ты где здесь? Беги. А то ты там сидишь? Ну да. А ты что тут хаваешь тонычку? Это же нечестно. Что за музыка играет? Это Вонька. Так, 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 валим. Быстрей. А, их тут двое. Зажали. Ё-моё, замочили все-таки. А страшно одному выживать? Очень страшно. А ну, могу попаркурить сюда? Фокси, Фокси бежит. Ой, давайте попробуем заныкаться. Нет, не успеваю. Быстрей. Дверь. Так, иди, закрыли. Ай, блин. Вот это жестко начали они нас мочить. Так, Фокси, стоит. Давай откроем на всякий случай двери. Она сама закроется. А я буду стоять в ней прям. Вот. Если что, я просто назад убегу и все. Там сзади еще один аниматроник. Ты видишь какой-то там большой аниматроник? Кто-то? Яйцо большое? Да, это яйцо. It's only now that I understand the depth of the depravity of так, отходит назад. This monster that I unwillingly helped to create. As if what he had already done wasn't enough. Не так прикольно разговаривают. Смотрите, какая тень в темноте. Не знаю, передает запись это или нет, но там очень что-то стрёмное происходит. Быстрее, заходи! А нет. Не убивает. А, яйцо ж не убивает, да, я и забыл. Вот это оно большое. Ого, они мощные пришли сюда. Это самые большие аниматроники, наверное, которые у нас есть. На тебе. Просто гига... Так, что мы в этой серии очень много раз сливаемся, надо быть внимательным. О, камеры заработали. О, смотри, там аниматроник. Я вижу. Вот он. Что-то ржет. Я уже забыл, какой-то аниматроник делает это. Пошли, сделаем обход небольшой, посмотрим, что там происходит. Ты идешь? Ого! Валим. Не, походу, я не иду. А где ты? Я вижу, как в коридоре стоит кто-то. Так, 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 так! Двери! Двери! Ой, ё-моё! Я успел. Максим, прощай! Там идет. Блин, это круто, можно позаглядывать.
Ой-ой-ой, ты гигантский. Блин, опять он сюда идет. Еще. Ой, я могу R2 шрам стрелять? О, я могу из щелочки стрелять. Максим! Я вижу лизотаниматроник. Как мне подходить туда? Я буду стрелять. Отойди, отойди. Есть. Вот это можно замочить их, застрелять там все. Так, он ушел отсюда? Ушел. Так, я открываю дверь. Вентиляцию лезет. Где? О, я прям к нему прибежал. Стреляй, стреляй туда. Максим, только что тебя чтоб не убило. Вот он. Нет, я живым не дамся. Я его отталкиваю, я его отталкиваю. Я всех вообще кого вижу. А, еще один. Есть, оттолкнул. Оттолкнул. Ребята, сегодня мы их жестко наказываем. Ничего не получится. Так, слышь ты! Отойди от меня головой! Я тебя боюсь! Не подходи! Не подходи! Блин, это жестко! Они такие большие! Так. Отходи, говорю! Что-то на меня, пацаны, разозлился. Максим, я тебя видел, ты сзади пробежал. То я тебя убил случайно? А это рикошет был, представляешь? Я по тебе не целился. А, да, стрела может лететь, рикошетить от стен. Смотрите, как я его нормально нагибаю. Вон еще один. Стреляем. Так, надо ниже. Вот так вот. Есть, попал. Скрабэйби стоит. Так, я готов, если что, заходить. Так, если что, я спиной. Ну, а с дуэль, кто успеет? Я успею зайти или она? Блин, я вижу, там что-то светится, но непонятно что. Шкатулка едет. Так, я вентиляцию, я манал. Я не могу попасть, давай. Так, Максим, я вентиляции. Мне кажется, тут поспокойнее будет. Так, шкатулка приехала. Делает обход, смотрит, есть ли мы или нет. Нас никого нету, это хорошо. Так, лучше, наверное, с этой стороны. Я могу и туда убежать. О, Максим, привет. О, а эти вообще не заметил. Че, идем отсюда или постоим здесь, подождем? Пошли. Пошли, я за тобой, иди. Давай я. Проходи. Так, выглядываем. Вот она, назад, 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 Максим, назад. Блин, они нас с двух сторон окружили. Вот жопы, а. И с это, что, две шкатулки? Может быть, она сама перемещается. А давай посмотри, а ты посмотри, есть она там? Она ушла к тебе. Вот она здесь, сейчас все, два назад лезу. А, блин, хотел обмануть, а она все равно тут стоит. Вылезла. Маринетка вылазит. Назад, 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 Макс. Я ушел вообще в другую вентиляцию. Это хорошо. Она за мной. Она за мной, ребята. Быстрее, 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 быстрее. Так. Так. Есть у меня идея, где можно запрятаться. Она за тобой пошла. Так. Я заныкался. Ой. Дверь. Дверь. А что с дверью? Иду дверь. Надо вставать. Так, она должна сама закрыться. Есть. Чика ходит. Давайте посмотрим. Так, валим. Я боюсь там находиться. Я знаю, они могут меня убить. Так. Я спрятался. Она стоит. Нет, Максим. Я жду тебя в кабинете у охранника. Она идет ко мне. А, она добра, она вроде не убивает меня. Выходим. Так, быстрей. Максим, я бегу. Давай, а на этой карте есть улица или нет? Все, я бегу, я бегу. Быстрее. Быстрее, так, блин, неудобно, VR. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Гусь Санек. Максим, пацаны, поздравайтесь.
Всем привет. Привет! Ребята, сегодня у нас очень классная серия, потому что мы будем записывать аниматроники пугают охранника, VR. Смотрите, как это все круто смотрится. Всем приятного аппетита, а мы начинаем. Ребята, смотрите теперь, что я могу делать, когда я играю в VR. Это просто обалденно. Я могу подойти и нажать кнопку пальцем. Это просто жесть. Свет. Выключ. Опа, я уже слышу аниматроника. Так, давайте камеры посмотрим. Так, на сцене все стоят. Я кулаком ударил. Вот он. Смотрите, какой он большой. Вот это жесть. Кстати, у меня есть фонарик. Опа-па. Эй, блин, я его испугался. Ребята, это очень круто. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Вот такой лайкосик. Обязательно поставить. Я могу прям его пощупать. Смотри, он холодный. Я прям вижу, как у него пульсирует здесь все. Вот это механизмы. Дима, обернись. Ё-моё, а это убивает аниматроник или нет? Нет, он добрый. Это добрый. Вот это он большой. Смотрите, моя рука по сравнению с ним. Я просто манюсенький. Ты ещё такой большой, мужик. Ты просто гигантский. Это что я ему в пупок дышу? Эй, слышь ты, уходи от нас. Я не хочу с тобой разговаривать. Уходи. Я говорю, уходи. Молодец, молодец. Это просто круто, ребята, я кайфую. Смотрите, здесь, кстати, у меня видно, сколько жизни. 100 хп у меня. Можно пальцы сжимать. А этот палец? А, вот так можно даже кулак. Короче, вы знаете, что надо делать. Слышишь? Да. Тихо, 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 давай повыглядываем. Я успел? Нет. Это ты открыл? Это ты открыл. Я успею, если что, закрыть. Тогда тебе протренируемся. Так. Так, работает. Работает кнопочка. Свет. Работает. А, так, все. Подожди, там аниматроник был? Давайте посветим фонариком. Так, никого нет. Там есть с твоей стороны кто-то? Нету. Ты смотри внимательно. Такая тишина, никого не видно. Кстати, вон аниматроник идет. Я успеваю? Опа, я закрыл. О, кстати, через окно можно прям фонариком светить. Что ты пришел? Что? Что ты смотришь на нас? Кстати, будешь водичку? О, давай. Давай я тебе дам попить, иди сюда, стой. Так, пей. Вкусненькая? Дам, это пепси моя любимая. Что-то у нас за хлам валяется. Выкидываем. Это что? Выкидываем. Я могу то, что... О, ребята, смотрите, что я могу взять. О, тебе не жарко? Подожди, а вот он. Давай на тебя подую. Охладим тебя немножечко. Хорошо. И меня... Ай, хорошо дует, классяк. Люблю вентиляторы. Прибежал. Я вижу, вот это его колбасит. Ты нормальный вообще? О, я могу кексик взять? Ты че смотришь на меня? Блин, это детализировано смотрится. Ребята, для Гаррисона это просто жесть. Я прям вижу все в дет... Ого, он тут поцарапанный, смотрите, прям царапины видно. О, отойди, отойди, отойди. Ребята, я уборщиком заделался. Слышь ты, стоять, 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 стоять. Не трогай меня. Эй, уйди. Он боится веника. Что ты? А ну я его потыкаю. Как ты, живой он или нет? Опа! Опа-па, дверь. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Дверь. Дверь. Говорю, дверь. Ой, я вот так стану. Блин, это дверь. Не пущу. Ух ты, ё-моё, через дверь видно его. Так он добрый. Его можно погладить. Ты хорошенький мой. Ты такой хороший. Провода торчат. Ух ты, ё-моё, дернулся. Что у меня? А, меня закусило. Тихо. Все, дверь. Ё-моё. О, давайте возьмем. Вот эту возьмем. Вместе с ведром. Так, если что, я буду шваброй драться. Выходим. Фонарик. Так, обойдем его немножечко. Я не могу обойти, у меня зажал. Давайте теперь. О, я могу перепрыгнуть. Все, валим.
Ого, а ты что, его двойник, что ли? Эй, ты поломанный! Бегу, 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 скорей. Скорей, скорей, скорей. Так, в туалет. Так, дверь, дверь. Дверь. Опа. Сидим. Я могу, кстати, посмотреть под низ. Вот его ноги. Вот его ноги. Вон он ходит. Так, я вижу. Я вижу, ты там сзади стоишь. Я вижу тебя. Максим, отвлеки его. Да. Эй, ты, иди сюда. Блин, вот он ходит. Я его ноги. А ты видишь мой фонарик? Я свечу на него. Он тоже в кабинку залез. Так, пока он в кабинке, я могу выйти. Так, давайте на картофанчика выйдем. Нет, закрывай двери, двери! Опа, есть. Так, смотрим. О, тут туалет. Фон грязный какой-то, а я могу туалетную бумагу взять? Он руки моет. Ну-ка. О, Максим, я тебе сейчас кое-что принесу. Что-то вкусное, надеюсь? Да. Тут написано «Ангел... Ангел Софт». Это, наверное, очень вкусно. На. О, Максим, иди сюда. Ой-ой-ой, аниматроник. Не шевелись. Тихо-тихо, может, мимо пройдет? Фух, слава богу, ушла. Она пиццу нашу хавает, ломает все. Ты же ненормальная, что ли? Уходи оттуда. Быстро уходи. А ну, Максим, я тебе попробую на голову одеть. Кстати, тебе очень идет. Я нашел очень классную тему. Иди сюда, я тебе просто покажу. Тебе понравится. На. Это тебе зарплата за все, что мы с тобой делали. Мне нужно... Кстати, знаете, сколько здесь написано у нас? $5000. Ребята, напишите в комментариях, хватило бы вам зарплаты $5000 в месяц? О! Будем с тобой в Counter-Strike играть. Классно. Наконец-то у нас пицца есть. Кусай. И я буду... Блин, она уже здесь. А если я встану возле двери, она сможет открывать? Все, я закрыл жопой. Я держу. Я держу. Я держу. Да хватит. Хватит, ты меня пугаешь. Ребята, держу со всей силы. Ты дурак, что ли? Ты что делаешь? Держу. Все, вроде ушла. Но я слышу звук. Так, давай отходим. Да что с дверями? Что я глючит? Еще есть дверь. Где? О, пошли. О, а если нажать эту кнопку, что-то сработает? О! Мы на улицу вышли! Домой, получается. Да? Деньги забрали, поели. Ого, на улице дождь идет. Аж руки помокрели у меня. Так, выходим, пошли. Все, ребята, мы отработали. А где твоя машина? О, вот она! Если что, я буду бить ее монтировкой. Не подходи к нам. Стоять. Ого, она стрёмная. Смотрите. Нет. Нет, нет, нет. Тихо. Тихо, тихо, тихо. Стоять. Пожалуйста, не убивай. Не убивай, не убивай. Я буду монтировкой бить. Вот это она страшная. Так. Надо приготовить взрывчатку и взорвать тут все. Заходи. Закрывай двери. Ну, дверь! Дверь! Я держу. Я двумя руками держу. Срочно забирай. Нет, она открыла! А-а-а! Так, тихо, тихо, я заблудился. Она сзади. Я бегу. Так, уклоняемся от столбов. Она сзади. Да отвали ты! Не мочи! Не оборачивайся. Опа. Опа, тихонько. Выключаем фонарик, чтобы она меня не видела. Смотрит на меня. Все, можем бежать. Быстрее. Максим, ты где? Я в машине, жду тебя. Вот это твоя машина, зеленый Запорожец? Да. Ты что гонишь? Что это за тачка отстойная? Все, я сижу. Ходим. Газуй, газуй, газуй. Быстрее. Да, газуй, газуй, быстрее. Ну...
И ей всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Дэд, Максим, Гусуняк, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Привет. Ребятушки, сегодня у нас очень классная рубрика, которую все смотрят на моем канале и самая популярная. Аниматроники Бугает Охранника, VR. Если тебе текушьте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Здесь очень все круто сделано. Кстати, уже аниматроники начинают оживать. Здесь вот электричество поломанное. Можно кнопочки нажимать. Кстати, я здесь вижу камеру. Это очень классно сделано. А здесь можно что-то нажимать? Нет. Кстати, здесь, ребята, можно нажимать закрывать вентиляцией. Если будет сигнал, у нас здесь загорится сигнал, можно будет успеть закрыть вентиляцию. Вот, слышите? Вот. Я не знаю, я все подряд жму. Я все вентиляции закрываю. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Ой. Ролики выходят каждый день. Что случилось? Он вентиляции. Он уже вентиляция. Бегите! Быстрей, быстрей, быстрей. Я его вижу, вот он лезет. Блин, быстрее, побежали! Так. Он мимо пробежал, он нас не увидел. Ребята, классно, что можно аниматроников обманывать. Есть, все. Помогите. Давай, я тебя выпущу, давай. Он да. Сзади аниматроник! Я успею! Блин! Ну, опадались, да? Да. Ребята, начинается веселье. Люблю Гаррисмот VR, это очень круто. Я успел. Все. Посмотрите, насколько он здоровый и гигантский. Это просто великан какой-то. И от него воняет. Вы слышите этот запах говна? Да. Аниматроник обосрался. Чтобы я тебя больше не видел. Вот он идет. Закрывайте. Быстрей. А! Я уже боюсь их. Ребята, в VR они очень стрёмно выглядят. Он ушел. Отлично. Это просто классно все. Так, это Рокси? Вот она. А, нет, это Чика. Я специально неправильно сказал проверять. Видишь, тоже знаешь. Так. А дверь потом можно будет закрыть? Вот она. Блин, какая она прикольная и страшная. Вы видите эту морду? Ого, что с ней? Она поломалась, что ли? Пацаны, вы зря дверь закрыли. Она сейчас откроется, и мы не сможем ее потом закрыть. У нее же есть какой-то тайминг. Она ушла. Наконец-то. Что это сейчас было? Я дернулся, ну нафиг. Я всрусь, так если жестко пугаться. Ой, ой. Закрывайте, закрывайте. Беги! А, быстрее! Блин, опять убил. Ребята, сегодня жесткие аниматроники. Как вы любите. Мясище. Сегодня аниматроники нас не жалеют. Опять пришел. А ты не выйдешь, дверь закрыта. Не психуй, не психуй. Мочите его. Где мы? Мы его убили? Да, мы его убили. Наконец-то, ребята, нашла, пошла расплата. Мы тебя будем мочить, негодяй. Смотри внимательно. Там дверь нету? Закрывай, закрывай дверь. А он шел? Блин, это очень классная пиццерия. Прям чувствуется, что здесь все поломано. Смотрите, как я еще могу. О, мы же можем сюда прятаться. Да. Калитка. Вот я сижу. Ой, дверь. Ой, он уже внутри. Я запрятался, это классно. Я могу прямо так заглядывать здесь. О, я могу руку высунуть и полноценно светить фонариком? О, это классно. Вот он, я его вижу. Вот он идет. Он ушел. Не, вот он. Вы его видите? Он ушел. Он ушел. Смотрите, как я могу дверь модно открыть. Профессионал. Давайте на всякий случай вентиляцию позакрываем. Отлично. Вентиляции закрыты. Ого, пришел великан! Нифига себе, тут что, со всех частей аниматроники? Ребята, напишите в комментариях, с какой части и как зовут этого аниматроника. Кто напишет правильно, вставлю в начале ролика в комментариях. Вот это он здоровенный, а зубы острющие. Ой. Ой. Я прям внутри в кишки к нему залез. Смотрите-ка. Ух ты, блин, я его боюсь. Так, если что, я успею двери закрыть, я на него свечу. Так.
Классно, что можно смотреть и при этом рукой вот так закрыть. Вот давайте проверим, если я так спиной стою и руку протянул. Да, можно так делать. Круто. Коробка. Шкатулка. Шкатулка? Так, марионетка едет. Внимательно смотрим. Сейчас дверь откроется. А я могу ее удержать? Держу. Я тоже уползаю на куртофанах. Давайте посмотрим на там. Вы ее видите? Нет. Ого, что за звук? Она вылезла. Так, может, она нас не убьет? Она? Давайте... Я хотел прям в шкатулку посмотреть. Она исчезает. Вот она. Она уже здесь? А! Давай лучше выйдем, на всякий случай. Так. Она выходит. Я возьму как оружие, выходит. Пацаны. Эй, ты что сделал? О, да, R2 шары. Я даю всем марионетки. Пацаны, не выходите. Я мясо устраиваю, жесточаю. Давайте рикошетиком сделаем. Во. Вот так шансы ее убить. Во, все правильно стреляю. Смотрите, шары летят в ту сторону. Пойдет, пойдет. Наказываем. Вы видите, что я здесь устроил? Вакханалию. А! Убили меня! Аниматроник вообще жестокий сегодня! Так, я запомнил, я буду мстить. А, лезет, закрывай, быстрее все! Внимательно смотрим. Блин, это очень страшно, очень. Бежит. Бежит? Фредди бежит. Закрывай! Блин, не успели. А этот Фредди ж убивает, да, насколько я знаю? Мочи его, мочи! Мочите его все! Ой, блин, своего убил, не хотел, извини. Так, пацаны, давайте сделаем обход по пиццерии. Тихонечко только, не спеша. Так. Пролазим. Это кто-то что-то видел. Так, там Фредди. Ай, блин! Не дал выйти, представляете, какой зараза? Так, ребята, получается, аниматроник не дает нам выходить с пиццерии. О, давайте сюда полезем. Все, я в вентиляции. Пацаны, никто не хочет со мной в вентиляцию пойти? Не ссыте? Потому что здесь реально очково. Давай, я иду. Камера стоит. О, аниматроник! Ё-моё, так сраться можно. Откуда он взялся здесь? Так, ты идешь? Пошли. О, он назад, 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 он здесь. Ну нафиг, выходите быстрей! Сюда пойдем? Пошли сюда. Он сзади. Мамочка моя. А, я боюсь. А. Вот это стрёмно вентиляции. Кстати, она очень грязная. И все ржавое. Так очень карта такая стрёмная. Пацаны, стоим все. Стреляйте. Быстрее, стреляйте по нему. Мочите. Мы должны его замочить. Вот очкошник, а? Боишься? Блин, то смотрите, все разрушено, все поломано. Прям плитка выдрана. Тут захваться надо. Можно, кстати, запрятаться. Так, сюда выйти нельзя. Опа! Я его слышу, пацаны. Ой-ой. Вы видели, где я пошел? Нет. А вот датчик красный, когда его цепляешь, срабатывает. Я по лестнице поднялся и в вентиляцию иду, пацаны. Так, давайте сюда. Смотрите. Сработало, слышали? Да. А, закрыта вентиляция. А вы можете открыть? А, жди. Да, давай. Подожди, что здесь было? А, тут аниматроник. Ну нафиг. Нет, нет, пожалуйста, пожалуйста. Нет. Ребята, это очень жестко. Вот это он меня напугал. Вентиляция. Где? А, я его вижу. Бегайте, беги, беги, скорей. Это можно сюда зайти? Во, сюда можно зайти. О, можно тут запрятаться. Так, я тоже могу, да, руку проснуть и посветить. Ребята, вы его видите, пацаны? Нет. Понял. Я возвращаюсь назад.
Нате вам! Хорошо, что я там не нахожусь. Меня бы тоже убило. Он в офисе. А я запрятался, кстати. Я реально ныкаюсь тут. А, вот он! Нет! Нет, пожалуйста! Не надо! Не надо! А вентиляция закрыта вся? Да. Закрывай двери. Вы слышите этот конченый звук? Ползет. Где он? Вот он. Монти поломанный. Боже, как он стрёмный. Уходи отсюда, паршивец. Уходи. Обиделся. Я предлагаю выбежать и замочить его. Как вы думаете, можно это сделать будет? АР-2 шарами можно будет. Извините, пацаны, я не хотел. Я хочу его убить. А где он? Он же тут был. Я убил его? Я убил его. Молодец. Так, ребята, сегодня мы двоих аниматроников замочили. Подожди, мне пока там кто-то был. А, это твоя тень, ё-моё. Если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Всем пока. Пока-пока.